Вот так вот, значит, да? Ну, зайдем, посмотрим. Так, что-то у нас есть. Ничего, хорошо. О, костюм есть. Лазерный меч можно сделать, пистолет. Это не пойдет. Дерьмищ! Отлично! Тебе стоит бейсболку примерить. Серьезно? Говно. Водолазка. Круто! Башка пола. Да, не проблема, цените, на нахуй. Закашу. О, чертеж какой-то. Джазовые руки. И все это не делается. Тут только один пистолет вижу. Есть пистолет? А, это, который с красками. Если джазовые руки не сделал. Не. А чё? Сейчас посмотрю, как они делаются. А где там они? Может, я сделал? Где ты нашел? На стенде на каком-то, сейчас пойду. Пистолет, перчатка для смешанных единоборств. Перчатка есть? Пистолет, вот он. Я не ощутил тут перчаток. Это я опять тоже. Должны быть, по идее. Первый раз, что ли, не будет, блядь. Гвозди всякие. Тут только пистолеты. Дрова! Я нашел перчатки для смешанных единоборств. Сейчас сделаю, давай. Так, а где М-ка? Подожди, там М-ка была. М-ка, не знаю. Так, а от чего отказаться бы? Это не гам тогда. Где темка была, блядь? Черт. Не знаю. А, вот. Надо сделать... А, за! Оцени, чувак. Вот это я понимаю. А что он делает только? Ха-ха-ха! Нихуя себе. Типа пистолеты такие. Да-да-да. Чё, распаковываем телуху. Распечатаем целочку. А нахуй он ее спасал вообще? Я не понимаю. Он ее любит, брат. Знаешь такую хуйню? Или не слышал? Это фантастика. А где Ред? Я ждала его здесь, но он не пришел. Где красный? Думаешь, тот козел снаружи его прогнал? Я сказал, если что, пусть идет прямо к самолету, так что... Может, он уже там, идем. Ник? Ани? Они. Мы с Редом. Мы были парой, но давно уже. Мы типа чпокались там, вся хуйня. Хотя его иногда заносит. На слово потрахались. Мне казалось, но он мне надоел. И ей нужен новый любовник. Но его хер больше не стоит. Дача стоит, просто натрахалась довольно все. Пошли к самолету. Пошли к самолету, let's go! Все приедается, все рекруты здесь. Здесь захотелось новенького. Кстати, а тут статуэтка, да, возьму? Раз уж зашли. Я не пощадил. На. Так. Я уебываю. Хопа! Ресли. Я попал. Вот она, в шкафу. Блять, какая нахуй вешалка? Вы заебали всякую хуйню сумать. Нет, вешалка. Эдвард, руки, блять, пистолет, о, ебать. Все разбил, блядь. Ну погнали, ладно, к самолету. Руки, автоматическое оружие. А че, куда бежать-то? О. Погнали к самолету. Ёбаный стыд, опять через здесь город ехать, вот как это бесит на самом деле. Ну, дай играть за баланс. Да-да. Да, это баба сюда. Если у крафтить, есть... больно, но... Да. Ебать. Зацени добивание, чувак. Ай, блядь.
О, ну-ка, асру какое будет добивание. Да попробую. Так, надо толпу найти, вон вижу толпу. Телку там не ебнут. Могу дать ей осколок. О, альт. А, не, просто кидает. Пора в могилку. Пора в могилку. Я сохранюсь. Туда мне не сохранился. Пойдем со мной. Резинг, чувак. Да, достигнут уровень 46, нихуя себе. Да я крут и не въебей, но все прикачал. Покинь. Да только... вообще все. Да, только осталось до 50 уровня. Нам нужна автомобиль. Есть мотоцикл. Автомобиль. Мотоцикл нам не подходит, надо бабу вести. На двух мотоциклах, их два КС. Да? Она за мной бегает? Да, походу. Машина зверь, чувак, говорит. Почему я? Блять, он со мной ходит. Она тебя хочет! Шлюха! А сама говорит, вся хуйня с ником. Так, ебать! Вот... Какая-то нитро дикая. В этом не правильно, чувак. Ну. Ебать, а мы тут были вообще? Да, это метро. Ладно, выезжай тогда. Прикольно, такие лезвия на байке с бортов. Блин, какой-то медленный, блядь, у него колесико за ним маленькое такое. О, пизда мотоцикла. Ебать. Да. Можно проехать, походу. Да, можно на байке проехать, прикинь. Да. Так, ладно, я бегу. Куда ехать-то? А, по самолету. Я вообще хуй знает, блядь. Ну, сюда. О, машина, машина. Я к тебе пересяду, давай. Давай. Чуваки нацеплялись. Че, телка тебя тупить будет? Я собаку хуярит. Иди сюда, мразь, заебала. Вон, няня, и то попутчики уже сели. Попутчики. Да, попутчики, точно. Надо как-то на левую сторону будет перейти потом. Сейчас там, наверное. Переедь сразу на левую сторону. Так, а как дальше? Дальше едь, дальше. Там потом резко повернешь, съедешь. Человек улей! Человек бросился под колеса, вы это видели? Гляньте, их бросаются. Детишки приехали, решили покончить с вами. Да. Детишки, что ж вы делаете? Что ж вы себя не переигрываете, студентики? Что ж вы себя не бежете? Я стоял, деревья пилил. А он взял и бросился. Поворачивай. Назад. Жопа! Назад сдавай. У них что, своих тачек нет?
Такая телка, у них что, своих тачек нет? Ну, наверное, нет. Печаль. Там прыгать нельзя по прямой? Если нельзя, то налево. Нет, нельзя. А вот налево самое то. За направо теперь. Чувака, нахуй, чувак, сдохни, мразь. Еще раз повернуть. Поверни направо. Направо не получится никак. Нормально. Он так самое то. Убить зомби вокруг Тани. Давай встречаться. Да ну встречаться. Ты посмотри по сторонам. У нас нет времени тут телепаться. Давай встречаться. Да ну да. Да блять, давай, вруливай, сука. Человек улей, сдохни. Ебать, не выходит. Все нормально? Все нормально. Вспоминается неприятное. Куда все подевались? Как ее дуплили там. О, чувак с ножом. И шлюшка. Мы не можем их бросить, только не теперь. Но мы не можем... Опять я не поеду за ними, заебали они. Пускай сдохнут. Возить такси. Ага. Мне за это не платят. Заодно и ту же 100 раз сделали, сбегали. Тебя ведь так теперь зовут? Нам нельзя медлить. Стой, стой, ты же и забыла кейс. Ходили слухи. Нет, ты не понимаешь. Ля-ля, он так сразу нагибается. Давай на чистоту, без намеков. Прям жоп подставляет. Пердолить ей. Строили около моей деревни лабораторию, чтобы выводить жирных коров на прокорм вашей жирной стране. И эту лабораторию охраняли солдаты армии. На цыганку похоже. А, пасет цыганская кровь. Ромала. А потом, когда доктор Барнаби обнаружил пчел, ну... Да ты шо. Появились зомби. И ваше правительство перебило почти всех выживших, чтобы скрыть правду. Хуёво. Карлито решил, что будет справедливо. Всему виноват Обама. Детей обратно в страну, причастную к их рождению. Бомбочки замедленного действия, вроде твоего Диего. Но он не хотел создавать совсем непреодолимую угрозу. Поэтому он дал одному из сирот иммунитет. О, господи, Ник. Это ты, Ник. Ты спасательный круг, заготовленный Карлито. Карлито. Мы же именно тебя ждали. Да, если у него одного иммунитет, блядь. Еще мужик, доктор, который с ним бегает. Тоже, блядь, вкусов не становится. Нам надо спешить. Или, может, он его клон, блядь. Но... Я знаю, он так себе, но... Нам придется рискнуть. Ник! Ани! Выйдите сюда! О, это Ред. Надо всех собрать. Ник, прошу! Надо валить вообще к хуям из этого города. С этой помойки. Опа, что за аппарат? Ред? Ред? Быть не у имя. Красный, блядь. Погоди, погоди! Опа! Ани, это подстава! Это подстава, сынок! Опять появляется. О, тетелок запаковали. На этот раз флеш никто не кинул, блядь. Сука! На тебя по яйцам. Вытащи нас, Ник! Ник! Ты свяжайся с настоящим рестлером! Ани! Предатель. А это черномазый сутенер опять всех продал. Быстро же ты отступился от семьи! Ладно тебе. Нихуя себе, все для Реда, блядь. Я реалист. Ред, он такой. Все такое для себя. Я прочитал ту листовку, то сразу понял другую возможность. Нига. Миллионов мне уже никогда не представится. Ну так как? У меня твои друзья, а ты мои 5 миллионов долларов. Так что предлагаю обмен. Я убью тебя голыми руками, порву ты, дерьма кусок! Жду не дождусь. Вытащи нас, прошу! Ник, помоги!
Да ты шо? Помогите спасти. Так, а что надо сделать там? Подъемный кран. Как раз я для этого набирался стволов. Стволы, сынок. А куда мы надо стрелять? По тем по красным, походу. Или вообще надо на него залезть, не? Да, надо по этим по щиткам ебашить, походу. Зелененьким. Ебать, у него хп отнимается, когда по нему стреляешь. Один выстрел остался. Надо вверху, он там, походу. Ой, ебать, эти бегут. Вафлеры? Ага. Все, я подбил последний. Опа, 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 опа. Ебать, этот босс продержался целых 20 секунд. Это пизда. Вон они, пацаны. Пизда ему. Что-то какой-то он хиленький оказался. Я просто аза. Она еще поджигает. Я сейчас дробаш еще азу сделать. Так, надо куда туда бежать. Отказывает. Нет, мне надо похавать его сейчас. Я Опа. Успел. Ник, ты цел? Да. Спасай свою возлюбленную. Бабу в капюшоне, блядь. Пожить не в капюшоне. Пойдешь со мной. Так семья важнее? Нет, я сирота. Ты чё, один ножик? Не гертос. Нет, не как я. Как это? Нет, не как я. Спасибо, а как хуйня? На тебе, блять! Ёпта мять. Ебать, он бегает, сука. Ебать, он меня цепанул. Мое время пришло, дед. Насадил тебя на кукан. А. Бля, ебать. Я заплющил, блядь. А, не, во. Это он там что-то выебывается, падал. На тебя. Надо полечиться. Где мои руки? Ножницы. Не, кончились они. О, альт, надо прожать. Бля, ты мой. На тебе, опа! На! По печени! Ах ты, сука, быстрый какой-то, гад. Ебать, он тебя схватил, как крестер. Он таранит. Лень принимает. Ебать, он Чак Нойс. Ударил с ноги с ворота. Ну и пизда тебе, чувак, а ты иди сейчас ты. На. Добивай его. Засадил ему дробаша в упор. Так ему и надо. Ну тебя, по печени. Что с тобой стало, Ред? Все что-то получают. Кем ты стал? Что-то есть. Я решил, что пришло моё время. Что же с нами стало? В чем? Продажный Ред. Опа, лови. Ебать, один другой остался. Тёлка, мстительная сучка. Мстительная и жестокая. А притворяется, как будто такая милая, да? Сама нахуй контейнером задавила мужика. Чёрт, вам нужно подкрепление. Это Хемлок. Говорите громче, я вас едва слышу. Иди нахуй, чувак. Захватили сироту? Никак нет, сэр. На моих зажали. Прошу время на завершение. Сраная сирота. Хорошо. Даю еще один день. Мелон будет только рада.
Мы в любом случае тут пока еще не закончили. Еще один день нам дадут, что ли? Мы тоже... О, сейчас я ей поясню. Давайте, покажите нам все подробности. Не упускайте ни... никакой мелочи, пожалуйста. Ее камера улетает, такая... Прям как в фильмах. Ужасов. Да, для кого-то ужас. Стоят тут, понимаешь, обнимаются. Кейти! О боже, папа? Милая, прошу. А это что зазвучил? А это, кстати, персонаж из предыдущих двух частей. Главный герой. Там за этого где-то играть надо было. А, когда он это самое, сыворотку ей искал. Да, походу дело. Это типа та тёлка, и та девка, она там еще маленькая была, когда я искал. Да, тяжело тебе меня скрывать, да ещё этот зомбрекс вечно искать. Он губит людей, как наркотик. Я не хотела больше быть обузой. Милая, ты не была для меня обузой. Не вини себя, я сам виноват. Это я был. Тут он приезжает, папка, а она уже с каким-то обнимается. Ага. Боже. Малолетняя шлюха. Ебать, у него цепь тяни. Я не отпущу Анис бандитами. Мне плевать, что ты ее отец. Он же байкер. Она тебе не принадлежит. Он типа я там это... А в шоу каком-то был, там где надо было зомби убивать, типа на время или что-то там. Типа арена. Да-да. Ты ничего не знаешь. Кто он вообще такой? Кто он такой? Некрамос. А ты? Кто такой вообще? Это ее хахаль. Хватит. Папа, как ты меня нашел? Через Гарри. Он услышал, куда ты идешь. А еще... Он Лучадор. Я хотел, что он тебя упустил. Рестлер. Но жердяй был счастлив, как никогда. Давно не виделись, Чак Грин. Изабелла Кейс? Вот она. А тебя как сюда занесло? Изабелла. Доктор Меллон всегда мне завидовала. Я-то хоть ходить могу. Надо немедленно доставить этого человека в безопасное место. Что, этого сопляка? Ха, это шутка была? Внутри него, в его организме, содержится лекарство. Средство против паразита. Давайте быстрее на самолет. Времени уже мало. Ну, за дело. За дело. Кто появился, охуело из ниоткуда, понимаешь ли. Начал разруливать ситуэйшн. Нихуя. Я тут, понимаешь, папка рулил тут все. Да, вот да, он. Да. Начал а командовать. Кто-то круче тебя еще. Да, да. Ты понимаешь, чувак бегал все. Всем помогал. Мы все в самолет не поместимся. Кем-то надо пожертвовать. А, ну и заебись. Два толстяка. Я улетаю, вы все стоите. Ты недоволен мне, автомат. Я не могу вас бросить. Ты теперь важнее всех, Ник. Не забывай, что у тебя тут есть семья. Ладно? Ладно, давайте, валите, пошли отсюда. Шли вон. Ник спрашивает. А мы пойдем это самое, перепихнемся пока. Перепихон. Ля-ля-ля, они не поделили власть. Толкаются. Кто тут старший? Наступай. Пристегивайтесь. В маске вот. Клоун. Что такое серьезное, он такой в маске? Лучадор! Хорошо, хоть не в этой маске. Садомаза. Да-да-да, вообще смешно. Женишок, блять. Ебать, огромная бомба. Ну, у нас есть такая. Ага. Глава 8. А это какой-то усиленный чувак.